награждается. Депутаты Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области. Венцель Валерий Николаевич. Тридцать третье заседание Совета депутатов Ленинского района началось с приятного момента. Депутатский корпус был награжден юбилейными медалями в честь 50-летия города Видное. Руководитель городской администрации подчеркнул значимость работы районного совета для жизни города и пожелал каждому хорошей и продуктивной работы. Действительно, вы те люди, которые сегодня на своих местах делаете самое полезное, чтобы Ленинский район в целом был лучшим в Московской области. Заседание продолжилось еще одной темой награждения. Депутаты принимали решение о присвоении звания «Лауреат Ленинского района». Уже долгие годы в районе существует традиция в дни празднования города и Ленинского района присваивать это почетное звание. За высокие достижения в производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности. Самые яркие представители от основных отраслей жизнедеятельности района, кроме почетного звания, получат и премию Ленинского муниципального района. В этом списке практически 15 различных организаций, и люди представляют очень многие сферы деятельности в Ленинском районе. Поэтому сама премия-то, она, конечно, минимальная, а вот то, что людей отметили, и то, что они будут висеть на доске почета Ленинского района, конечно, это стимулирует, по крайней мере, к дальнейшим продолжениям своей деятельности профессиональной. Также депутаты приняли важные решения по сотрудникам администрации, которые в ходе оптимизации административного аппарата были выведены за штат муниципальных служащих путем перевода в другие районные учреждения. Многие из них в полном объеме получили единовременную денежную выплату на лечение к отпуску, часть из которой теперь по закону им предстоит вернуть. Безусловно, люди потеряли статусы муниципальных служащих, и мы просим внести изменения в действующее положение и разрешить не удерживать с тех, кто ушел в ходе общестатных мероприятий в муниципальные учреждения, предприятия и органы местного самоуправления другие компенсацию к отпуску. Совет депутатов просьбу Финуправления поддержал, расценивая это решение как дополнительную меру социальной поддержки. В заключении депутаты одобрили еще несколько вопросов, касающихся передачи имущества Ленинского района в поселение, и вопрос о предоставлении безвозмездное пользование нежилого помещения для общественной организации жертв политических репрессий Ленинского муниципального района. Елена Бабина, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.